Ребята, если вы хотите под подушкой завтра найти новый iPhone, мощный компьютер, много денег, ну или же много конфет и много всего другого, то просто в течение 3 секунд успейте подписаться на мой канал, поставить этому видео лайк, нажать на колокольчик, ну и написать комментарий, что же вы хотите найти под подушкой. То есть, да, ребята, ну что ж, я вам даю отсчет раз. Успейте быстрее подписаться на мой канал, поставить лайк, нажать на колокольчик 2. Быстрее, ну и последняя секунда 3. Я надеюсь, то, что вы успели, и то, что вы завтра у себя найдете под подушкой то, что вы хотели. Я мутировался. Наконец-то я стал неуязвимым. Я сделал это. Так, наконец-то я отомщу профессионалу. Наконец-то я отомщу этим людишкам, которые издевались надо мной. Так, кажется, в этом доме кто-то живет. И надо с ним сейчас поговорить. Так, кстати, давайте-ка посмотрим, где он. О, он телевизор смотрит. Так, что-то ходит так. Там. О, денежки мои в сейфе, какие денежки. Какие денежки у него. Как заработал-то много. Какие денежки там у него. Так, давайте. Так, тихо. Миллионы мои, миллионы. Что это? Что? Кто мои миллионы хочет забрать? Где? Аккуратно. Так, мои миллионы. Так, он-то миллиончики охраняет. А может, он там что-нибудь еще пойдет делать, нет? Че это там? Сейчас я на кухню проверить все, что у меня на кухне. Так, все, вроде бы все на месте. Давайте на кухню заберемся. Все на месте. Опа. Тихо, он не заметил меня. Все на месте. О, еда. Еда. Понял, что за звуки там? Тихо. Так, он меня не заметит, если я. А ну-ка. Нет, шкафчики. Что? Он меня не заметил. Так. Где моя еда? Опа. Кто там сзади был? Мыши. Так. Опять мыши из подвала. Он думает, что это мыши. Какой же он наивный. Ё-моё. Жители своих мышей развели тут свои деревни постоянно с мышами, а? Кровати тут, кровати. Вот так вот давайте мы сломаем. Тут все испортил. Мы тут все заберем телефоны. Так, в ванне, в туалете тут у нас что? Так. Так, в туалете ничего. Что это было? Мыши опять. Так какие мышки? Тихо, он чуть меня не заметил. Так, ну иди сюда. Так, кстати, деньги же можно поворовать. Деньги же. Это кто такой? Ой. Все горит. Ай, пожар, тушись. У меня же можно стрелять вот так вот. Бам. Сейчас давайте. Ой, пожар тут везде, а. Давайте. Я не знаю, что происходит. Хулиганье лазят по моему дому. Офигенно, я могу так стрелять. Так, ну ладно. Сейчас мы с ним разберемся. Ох, сейчас я с ним разберусь. Так, че он там, где? Где он там? А, он вышел куда-то. Ой, тихо. Ой, тихо. Мои миллиончики. Понял. О, я успел схватить миллионы. Где? Что? Как сейф-то сломался? Аккуратненько. Сейчас давайте ему напугаем очень сильно. Пожар во всем доме. Так. Ой, уходим. Понял, что за ребенок? Это какой-то ребенок. Кровать мне. Он меня заметил. Это моя кровать. О, нет. Это моей кроватью. Ты кто такой? Что ты тут делаешь? Я никто. Я. Что тебе надо? Сейчас я к тебе спущусь, с тобой поговорим. Ты что, это мои тут миллионы пытался украсть? Еще что-то. Получай. Ты меня поджег меня. Ну-ка иди сюда. Так, ладно, убегаем. Так, загнать этого хулигана нужно. Все, убегаем. Ну-ка, еще в дом ко мне забрался. Ничего, успел свои деньги забрать. Так. Опа, быстрее уже там. Так, я сейф поставлю за унитаз и туда все деньги сложу. Ноутбук, забираем у него все, что тут ценно есть, компьютер. Что за там за звуки? Опять он залез ко мне в дверь. Так, Так, компьютер, все сломалось. Иди сюда. Ой. Я-то не могу летать. Все, мне это надоело, хватит меня уже. Так, я звоню полицию. Что? Алло, так, 02, 02. Какой? Какой полиция? Прокручиваем. Ой. Алло, здравствуйте, это полиция, что у вас произошло? Какой-то ребенок лазит по моему. Давайте ломаем ему телефон. Опа. Что? Ай, сломал мне телефон. Все, ладно, я пошутил. Что ты пошутил? Я пошутил, что я в полицию тебя хочу сдать. Точно? Я вообще, да, я точно пошутил. Ну ладно. Слушай, давай мы с тобой лучше познакомимся, чем друг другу вредить.
Вот. Давай, давай. Откуда ты вообще взялся? Что ты тут делаешь? Ну я мутировался, я мутант. Железный человек. А, ты мутант? А где? Не видно по мне, что ли? Мутировался? Да в лаборатории я мутировался. Что ты прыгаешь? А, в лаборатории? Тут да. Недалеко, да, есть лаборатория такая. А что? Слушай, я тоже... Мне так понравились твои способности. Ты тут летаешь, стреляешь. Это я и тоже чё? Хотел бы таким стать. Крутым. Ты тоже хотел таким бы стать? Зачем тебе таким? Да, тебе тоже не надо быть таким. Так я обычный миллионер, тут живу в таком доме. Мне надоело это уже. Ой. Так, а, вот да, и да, я вот так же хочу, в общем. Ты так же хочешь? Огнем. Да. Ты можешь ну, меня научить. Я тогда твои деньги забираю, которые я взял. Ну да, я и могу мы тебе сделаем таким. Мои миллионы отдать и все, и сделать. Миллионы отдаешь. Да, вот эти миллионы, ну, которые ладно. Меня звонят. Ну ладно, пошли тогда, пошли, отведу тебя, отведу. Ну давай, пошли, пошли, пошли. Сейчас я его обману, разведу на деньги, на бабки разведу. Так, выходим, ну давай, мне интересно даже, куда ты улетел, а нет, вот, ты сейчас идем тогда в лабораторию. Давай, пошли, это пошли. Ты ее там так сломал? Это я ее сломал, когда я типа, типа нажали на рычаг, я начал мутироваться, и тут все взорвалось, и появился о, я. О, сколько тут этих мутировщиков. Понял? Да, да, это я ну, сделал. Ну как ты мне, собираешься, вот, сейчас ты мне поможешь сделать меня... Мутантом таким же. Заходи ты. Сюда как-нибудь. А я не могу. Командой. Пули не пробираю. Пули не пробираю. Давай, заходи. Стекло. Заходи, заходи, командой. Сейчас, сейчас. Давай, я, в общем-то, пока что тут приберусь. Вот, вот если все, ты хочешь захожу. Таким же. Все, ты зашел. Ну, и в общем-то, так, отсюда что, больше теперь? Не выберешься тогда. Все, давай, пока. Эй, в смысле, обманули в смысле? Его. Че ты меня обманул? Я тебе все свои деньги отдал. Я богатый шейх, я тебе все отдал. А ты меня все отдал? Да, я тебе отдал деньги свои. Ты мне свой дом тогда отдашь, свой дом отдашь. Окей. Свой дом? Ну я могу тебе свой дом отдать. Точно? Только за эту способность я все равно потом заработаю очень-очень много денег. А зачем? Ой. Ай, ты меня поджег. Нифига тут. Че, я тебя поджег? Да, ты меня поджег. Хватит, хватит, ты меня тут оставил в этой тюрьме. Да, вместо себя. Оставил я тебе. Сейчас придут полицейские, да я тебе подумают, все сломал, все ты расскажу. Даже адрес не назвал. Че ты меня тут загоняешь? Какие полицейские придут? Так ты разрушил лабораторию и меня подставил еще. И я чё? В этой лаборатории сижу и здесь. Чё? Тут везде трупы лежат. И придут чё? Люди, скажут, что это я все сделал, все натворил. И не чё? Только лишь дома и денег. Меня еще и в тюрьму отправят за твои преступления. Ну, ладно. Я тебе отдаю вот эти вот вещи тогда, забирай, они мне не нужны все равно, понял? О, прикольно, это масочка и штаны, и я не могу больше летать, ботиночки тоже мне нужны, чтобы я мог летать нормально. А ты действительно этого хочешь, чтобы тебе ботиночки были? Ну да, я же тебе все отдал, у нас сделка честная была. Ай, ну ладно, я тебе таки быть все отдам. Держи. Ну давай, давай, жду. Все, я тебе одежду отдал, понял? Все, ты теперь можешь летать. О, да? Че ты такой огромный-то стал? В смысле? Ты такой огромный стал, ты вообще огромный. Реально, вот я огромным стал? Смотри, смотри, и каким, чё? Каким ты стал. Вот какой я и какой чё? Ты, смотри. И чё? Ну, все, ты мне пообещал свой дом. Все, вали теперь, и это мой дом теперь, понял? Ну, этот дом, во-первых, сейчас приедет полиция, я тебе ничего не отдам. А, это во-первых. Ты подписал уже бумажку, ты забыл? У меня есть бумажка. Нет, это была поддельная там бумажка. Там совещание в твоей квартире, там завещание. Так, все, закрываем на ключики. Какое завещание? Я-то теперь тоже летать могу. Я к тебе сейчас заберусь в дом. Так, где ты там? Сейчас я просто заберу у тебя этот костюм, понял? Понял, нет, я заберу надо, у тебя этот костюм. Так, нравится. Ну-ка, проваливай так. Из этого дома. Ой, нет, все, я ухожу. Уходи быстро отсюда. Ладно, все, раз уж сделка была, значит сделка была, все, перееду всё, пока что давай. К дельному жителю. Так, завещание, где же у него? О, в сейфе оно лежит, ага. Все, в сейфе, так, все, да. Так, что он там, куда? А, он ушел. Вот он странный человек. А может ему признаться то, что это я, типа Евген Бой? Да, давайте ему признаемся, где он? Вот. Ой, он. Ой, ты опять пришел. Зачем? Ты у меня и так привет. Забрал. А ты знаешь, кто я такой вообще, нет? А, кто тебе ты рассказать такой? То, что я это твой друг на самом деле. Ничего себе! Это ты, Евген Бой, да? Да, это я. О, как ты меня затроллил! Ты даже не представляешь, что ты вообще как сделал. И что дальше? Что дальше? Зато у меня теперь есть вот такой вот костюмчик.
Видишь, зато да? У меня теперь есть костюм. Смотри, да, во мне два человека-паука просто, да? Видишь?